конечно, не сделал страну такой, как не я сделал ее. И даже не с Калинкиным вдвоем, как он заявил, страну такую, как она есть сегодня. Мы делали империю, и каждый из вас, кто родился в 50-х, 60-х, великую империю. Я бы сейчас не назвал Россию великой империей, поскольку каждый прыщ на задницу, типа Дании, Норвегии, норовит плюнуть в нашу сторону, а мы молчим. Мы всегда молчим. Ирак сдали, предали, Иран сдаем, Ливию тоже с Каддафи, ну все. Боснию и Герцеговину за что? За право продавать нефть Америке за эти самые несчастные доллары, которые на самом деле дешевые. Но не об этом речь, я не об этом хотел сказать, а просто хотел напомнить вам всем, что сегодня последний веселый день по календарю. Завтра в ней последний, потому что кончается лето. У кого какое оно было? Все знают, что оно было жаркое, кто-то ее провел даже горячий, даже очень. Но тем не менее, лето — это та пора, та весное лето, когда люди начинают ждать неожиданных встреч, неожиданных событий в своей жизни, которые иногда коренным образом меняют собственную жизнь. А потом наступает осень. Вот она наступит послезавтра, эту осень. Не знаю, как у кого, а у меня все как в жизни, как не у людей. Я песни писал лирические, влюблялся исключительно осенью. Когда все уже уснули, к спячке готовятся, а у меня тут адреналин в крови, тестостерон, и что хотите там. А весна как-то нет. Наверное, витаминов не хватало мне детства, по весне никаких. Я вот осенний человек, хотя сам родился в мае. Я хотел сегодня вообще-то больше не про войну, потому что надоела она изрядно, наверное, всем уже. И в Еву, и на Еву, и в песнях, и везде. А? Без войны никак. Да никак мы не живем, 20 век без войны. Другие как-то хитраются, а мы нет. И 21. Ладно, у других этого какая-то польза, у нас никакой. Это не потери сумасшедшие. И много тех, кто недолюбил и недопел. Ужасно много. Демографический провал за счет 41-45 годов. Афганистан, горячие точки. Гибнут мальчики. Сейчас уже почти внуки мои гибнут. Но сыновья-то точно у нас и всех уже. За что? Непонятно мне, значит, почему это все происходит. Им вот сейчас влюбляться бы надо, весной бы, а уже тут пора свадьбы играть. Ну, не сыграет уже никто. Зато этот поехал разбираться с наследством лицо с квартиры вчера целый день. Въехали какие-то чурки, какие-то казахи. Пришла милиция, устроили там поножовщину с кровавой там какой-то. Пришла милиция, они дали деньги, она ушла. А я узнал, специально приехал из деревни, и тут узнал такую вещь. Это в родной-то Москве, в родном-то доме. Знаете, что происходит? Потому, дорогие мои, запущено у вас все в Москве, дальше некуда. Пора, надо что-то с этим делать. И это и будут не выборы, я больше чем уверен, надеюсь. Никакая-то мышиная возня в декабре, не какие-то там выборы президенту. Прохоров ли будет, или будет опять Медведев, или это. Это, как говорил мой преподаватель по мечтательной геометрии, это то же самое, только вид сбоку. Там тоже ничем не меняется. Ничего у нас, к сожалению. Но наступает осень. Я вот призываю осень не грустить, как бы плохо не было вокруг и в стране. Лучше не будет. А помню, что осенью тоже влюбляются. Осенью еще цветут розы. Осенью цветут цветы, которые может дарить любимым женщинам. И вообще осенью пора листопада очень красивые. Несмотря на то, что песни получаются грустные. Но не важно. Вот я хотел бы начать. Если вы, конечно, разрешите. Если хотите про войну, могу про войну. Но... Нет, нет. Да. А то на каждом фестивале война, 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 война. И она уже. Я уже ночами мне не снится давным-давно война. И петь и вспоминать я тоже не хочу при этом ничего. Так что я вот с вашей песней про любовь или веселую песню, как Миша Калинкин. У меня они печатных слов поменьше в этих песнях. Ну, практически совсем ничего нет, кроме одной. Но я ее петь-то не буду. Там печатного ничего нет. Ну не важно. Ну, начнем с веселых там, продолжая разогрев, вот Мишка помог с этим делом. Ну, вы знаете, милиция, полиция, это песня студенческих времен, я написал давно-давно, в 60-х годах, на студенческом капустнике. По случаю великих праздников, великих постов, и, значит, страшный суд, который нас надвигается, я тогда был уверен, и уже сейчас уверен, еще более, что, по моему мнению, будет вершиться через уже существующие у нас органы внутренних дел, то есть полиция. Они будут разбираться, кто прав, кто виноват, кого сажать, кого миловать, кого к стенке ставить. Поэтому я тогда, в 68-м году, в 69-м, написал эту песню «Здесь капусты». Называется «Разговор с Господом Богом». Вот он сейчас начинается.
прошу прощения. Так долго говорил, что запомнил читать песню, да? Чего? Забыл тоже. Да, ты никогда не помнишь, что я никогда не пел там. Вот, а я забыл, потому что очень давно не пел, то вспомнил. Ну ладно. Начнем другой. Не менее веселый. Это песня называется «Разговор в автобусе. Час пик». Вообще голоса в автобусе. Я как-то пел, наверное, все слышали. Но вот эти автобусы. Московский автобус в час пик. И в холод, и в жару, во всякую погоду, морозы в слякоть, в стужу, в гололедь. Трамбузия в толпе со всем честным народом, в автобусе под номером 196 меня сюда внесут, локтями прижимая, я дружески чувствую пинки. И завопит сосед, слова не выбирая, чтоб я немедля слез с его ноги. А у передней косы: «Эй, парень, ты куда так рано поутру?» «Молчи, алкаш, конечно, не за водкой!» «Товарищ, вы протерли мне огромную дыру своим пенсне на импортных колготках!» А у передней кассы слышны голоса: «Ой, да чего ж мужчины сделались несмелыми!» «Товарищ, вы на мне лежите уже целых полчаса!» «А что могу я сделать?» «Ну вы хоть что это делаете?» «Женщина, вы сходите?» «Нет, я сходила утром». «Значит, вы выходите?» «Выходят только замуж». «Господи, что же вы все-таки делаете? Объясните дельно!» «Я сейчас вылазию». «Ну, значит, с днем рождения». «Девушка, пожалуйста, ну слезьте вы с компостера». «Не дай бог случится что, будет ведь скандал. Вот лично я, вот прямо сейчас, пробью билет, а что вы так орете?» «О, теперь вы женщина, а ведь я предупреждал». «И в холод, и в жару, во всякую погоду, морозы в слякоть, в стужу, в гололедь. Трамбузия в толпе со всем честным народом, в автобусе под номером 196, в автобусе под номером 196». Старые добрые песни 60-70-х годов. Когда было на институте в Бауске, я заканчивал училище высшее техническое. Жестянщик, танки мы делали, шутили от души. Может, юмор такой тяжелый, как танк, но вот, тем не менее, на студенческих наших сиделках писали мы песни, собирали и вот пели. Вот сейчас не почему-то вспомнить, знаю почему, потому что вот завтра день абитуриента в Омском институте. А я его закончил в 75-м, сколько лет прошло. Абитуриенты, «Весел народ». Вот такие песни, значит, еще. То же самое. Автобус в час пик. Без номера автобус, но московский. А в час и пик автобус едет, автобус едет, и публика орет: «А ну подай еще чуть-чуть, подай еще чуть-чуть», и массы внутрь лезут. Подвиньте-ка задочек, я свой билет хочу прокомпостить. И наступаю я на чей-то позвоночник, и где-то начинают голосить: «И осторожней, продавите ведь крышу, и не хватайтесь за мои очки. А то ведь я и так у полавтобуса поперервал и перепортил все шелки». А в час и пик автобус едет, автобус едет, и публика орет: «А ну подай еще чуть-чуть, подай еще чуть-чуть», и массы внутрь лезут. Вспоминайте автобус, сейчас турникет попроще. Это 70-60, даже начало 90-х. Чья-то рука монет мне в рот насыпала и потрепала больно за ухо меня. Потом под подбородком долго рыскала чего-то и галстук оторвала до корня. А рядом женщина безумно гоготала, рыбак рассыпал над нею червяков. Они залезли к ней, куда попало, по-моему, да. И мне вдруг стало, ну прям так нехорошо. А в час и пик автобус едет,
автобус едет, и публика орет: «Эй, вы там сзаду, сзаду подойди, подойди!» И массы внутрь лезут. Ох, наконец, моя вот остановка. Я рванулся без последних сил, и наконец-то оказался я у двери. На волю выпал и в сердцах заголосил. На мне пиджак с плеча чужого и брюки женские, да задом наперед. Нога обмотана бюстгальтером шелком, нога другая завязалась в узелок, а в час и пик автобус едет, автобус едет, и публика орет: «А ну подай еще, подай еще! Эй, ты там лысый! Ты там что на конце висишь? Ну-ка подай, чтоб все и зашли!» И массы внутрь лезут. Попытки. Знаешь, разговор с Господом Богом по случаю страшного суда, который, я больше чем уверен, будет вершить через наш существующий внутренний организм, то есть полиция. А перед кем еще ответ держать за свои же деньги? Не перед Родиной же. Вот я ему и говорю: послушай, борода, ты создал небо и зарю, жару и холода, ты создал сушу и моря, и видно, обалдев, ты из отходов от зверья насоздавал людей. Протворив 7 дней подряд, забросил все дела, оставив нас, как говорят, в чем мама родила. А на земле пещерный лев и саблезубый тигр, а слаще мяса на земле, чем наше, не найти. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Но мы ночами долгими подмышками скребя, по своему подобию придумали тебя. И сквозь ветра колючие, за совесть и за страх, тебя всю эволюцию тащили на горбах. Ла-ла-ла. Молить тебя, мерси в боку, мы сами, ого-го, по маслу, мясу, молоку обгоним всех богов. И вот я спрашиваю тут, какой такой закон, что мне повестку страшный суд приносит почтальон. Чего с ним долго говорить, гоните его вон. Изрек обиженно Господь и почесал погон. Дежурный ангел полон сил, он руки мне скрутил. Я за наглый, за свою 5 суток был в раю. Вот. Значит, веселые песни, сейчас я, может, потом, которые совсем не печатные. Ну, вообще, чего мы там стесняемся так? Мы все взрослые, у детей нет. Вот мне не нравится, когда дети сидят рядом, ничего вообще не спою, даже прилично. На концертах. В больших залах. А потом, значит, я заканчивал высший курс КГБ с английским языком, 2-годичный. У нас была учительница, преподавательница Майя Григорьевна Гречко. Это жена вот космонавта Гречко. И мы ее все пытали. Она учила нас классическому английскому, лондонскому диалекту, там кокни всякой, и американской мове. Там это редуцированный английский, но это мелочи. И мы все ее пытали, ну сидим. Она прибегает, ну это постарше, может, на 5 лет там. И мы все, Майя Григорьевна, ну когда вот, что американцы, ругаются наконец или не ругаются? Как мы? Она говорит: ругаются, ругаются, за 2 недели до экзаменов я все расскажу, все запишите, будете там долбить, учите, будете, если в Америку пойдете, ругаться, как американцы. За 2 недели до экзаменов там английского языка, выпускных уже из этой, сейчас академии ФСБ, это все. Она нам дала, и наш, вы говорите, удивитесь, мы действительно удивились. Этим пиндосам, вместе с англичанами и англоговорящими, до нас далеко, как нам до них, допустим, в компьютерной технике, там, ну, до нас в великом могучем языке. У них ничего нет. То, что услышишь по телевизору, я буду говорить на английском, все понимают. Даже не знаю, как это переводится, но не важно. Фак у них основной. Фак аут, фак away. Фак аут, фак away. Все. Самые, вот на наши группы, они даже вот обозвать не могут, кроме сука. Ничего, вот перевод на русский, ничего у них нет. Сукина дочь у них оскорбление, да сукин сын тоже. Самое главное у них обидеть, которое может человека, обозвать его banana head, банановая голова. То есть тупая, вот, ну как у них у всех. А вот сам похвала, у них все наоборот. Задора правильно говорит, hot shit. В переводе означает горячее дерьмо, да? Это быстро думающий, быстро соображающий. Вот у них такие вот эти. Интересные штуки, да, ход шевелится. Ну вот, про этих американцев, значит, песня «Комитет государственной безопасности»,
о том, как ловили шпионов американских здесь. Вот такая старая древняя песня. Мы идем тропинкой очень узкой, и, наверное, ищет нас десант. Нас ведет наполовину русский сэр Антони, белый иммигрант. На тропинке нашей темной узкой КГБ вовек нас не сыскать. Эй, сэр Антони, как это по-русски? Там вдали, за синею горою, есть огромная страна США. И мы туда вернемся, как герои, только бы добраться нам туда. Будем пить вино из чарок узких и красивых женщин обнимать. Сэр Антони, как это по-русски? Бедный мой мать. Папа отдал Джерри 2 миллиона, чтобы тот спокойно мог жить себе в Техасе. Спи, папуля, мальчики-шпионы Пентагон сумеют защитить. Ни один гектар попортим кукурузки, будут сволочи знать, как штаты обгонять. Эй, сэр Антони, как это по-русски? Раз, два, три, пять. Джонни продал ферму в Алабаме, записался членом ФБР, карандаша пиндоса не хватило, и сказал своей старушке маме: мигом я смотаюсь в СССР. Ни один гектар попортим кукурузки, будут знать, как штаты обгонять. Эй, сэр Антони, как это по-русски? Пять. Ночь тиха, шумит тайга тревожно, с вертолетов высажен десант. По тропинке нашей осторожно нас ведет Антони иммигрант. Он предаст нас, этот полурусский, сдаст не за понюшку табаку, сволочь. Сэр Антони, и как это там по-русски? Вот такие песни старых-старых годов. Когда у нас не было такого заклятого друга, как Соединенные Штаты, а тут вот есть теперь. И вот, переходя, так как все перемешано, институт, война, комитет госбезопасности, вот, друзья, вот такая песня. Так получилось, что в 14 веке я побывал, в 21-м побывал, в Афганистане и в Соединенных Штатах Америки, и решил остаться здесь в недоделанном, не начатом 21-м и не законченном 20-м. Вот такая лирическая песня. От Кабула и до Вашингтона побродяжничать выпало нам. Корабли, самолеты, вагоны, то пожары, то вспышки реклам. Обними на прощание друга, где увидеться вновь суждено. Что нам, старый товарищ, разлука? Мы к разлукам привыкли давно. Что нам, старый товарищ, разлука? Мы к разлукам привыкли давно. Расставание не повод для грусти, просто новых событий итог. И речное не высохнет устье, если будет надежен исток. И за гранью полярного круга, и в пустыне, где все сожжено. Что нам, старый товарищ, разлука? Мы к разлукам привыкли давно. Что нам, старый товарищ, разлука? Мы к разлукам привыкли давно. Наши женщины пусть не стареют, ожидаю нас с дальних дорог. А друзья, даже если сидеют, то не позже, не раньше, а в срок. И пока что гитара подруга с неуемной душой заодно. Что нам, старый товарищ, разлука? Мы к разлукам привыкли давно. Что нам, старый товарищ, разлука? Мы к разлукам привыкли давно. От Кабула и до Вашингтона побродяжничать выпало нам. Корабли, самолеты, вагоны, то пожары, то вспышки реклам. Обними на прощание друга, где увидеться вновь суждено. Что нам, старый товарищ, разлука? Мы к разлукам привыкли давно.
Что нам старый товарищ разлука, мы к разлукам привыкли давно. Имел честь себя служить, и сейчас горжусь тем, что служил. Совершенно уникальное подразделение «Выпил» от диверсионной разведки, полностью называется так. Разведка силовой поддержки управления С нелегальной разведки первого главного управления КГБ СССР. Так. Что это такое? Поддержка – это много чего. Сейчас я 8 лет назад истекло моей, даже больше, в 2000 году. Секретность. Что это такое? А мало говорили, потому что я скажу пару слов, потому что 19 августа исполнилось 30 лет. Я, к сожалению, не попал туда. Могу встретиться с друзьями, кто еще живой там у нас остался. Что это значит? От уничтожения президентов любой страны по приказу Родины до создания в этих же странах бандитского, бандитско-повстанческого, партизанского, подпольного движения и вывод нелегалов, которые погорели и на которых на след села местная контрразведка, доставка к берегам этого так гипотетического стороны противника, по воздуху пехом подводной, надводной, значит, системы. 8 человек группа диверсионная. Понимали четко, что это человек, который уходит там от погони, может быть, ранний где-то, и его информация стоит дороже наших вот бессмертных 8 душ, и поэтому все шли сознательные, если надо было его спасти, а самим лечь, вот так вот нас учили, так и жили. И кто жив остался до сих пор, живет именно так же сейчас. Так что вот, вот такая песня, посвящение моим боевым друзьям из Уимпела, которым исполнилось уже много лет, 30. Без речей молчаливо прощали, пусть удача поможет ему. Вот уходит мой друг на задание, было бы легче идти самому. Будет утро туманное, раннее, и грачины сумятится стай. Вот уходит твой друг на задание, ты удачи ему пожелай. Пожелай ему точного выброса, строп надежность и верный расчет. Из трясины болотистой выбраться, если ветер туда занесет. Завершить, что задумано ранее, что на карты штабные легло. Вот уходит твой друг на задание, пожелай, чтоб ему повезло. И в сражениях незримых, невидимых, на фронтах необъявленных войн, пусть свинец его минет стремительный, и победой закончится бой. Пусть вернется ветрами овеянный, закаленный в огне и в дыму. Друг надежный, товарищ проверенный, пожелай возвращения ему. А на завтра звонки телефонные поздней ночью подымут тебя. Помчится машина разгонная по проспектам, которые спят. Пусть судьбы не предскажешь заранее, с молчаливым пожатием рук другу скажешь ты сам: до свидания, до свидания, мы встретимся, друг. Пусть судьбы не предскажешь заранее, с молчаливым пожатием рук другу скажешь ты сам на прощание: до свидания, мы встретимся, друг. Хотел бы покончить с войной вообще, с комитетом госбезопасности, с МВД, налоговой полицией, со всеми силовыми организмами, перейти к тому, с чего я начал. Значит, вот такая, деревенский романс называется. Все про осень, про то, как она заканчивается. Всегда почти грустно, безвозвратно. Промчалось лето, жаркое, шальное, ушло тепло со скошенных полей. А мы стоим, прощаемся с тобою у двух заветных старых тополей. А мы стоим,
прощаемся с тобою у двух заветных старых тополей. Костер погас, и песня не допета, пусть нужных слов еще немало есть. Но мы молчим, промчалось наше лето, когда еще увидимся, Бог весть. Но мы молчим, промчалось наше лето, когда еще увидимся, Бог весть. А было так, вначале было слово, неуловимо, легкое, как дым. А все, что дальше, в общем-то, не ново, не осуди, и будешь не судим. А все, что дальше, в общем-то, не ново, не осуди, и будешь не судим. Смешались все рассветы и закаты, и что хотелось, каждому сбылось. Мы лишь в одном с тобой не виноваты, что слишком быстро лето пронеслось. Мы лишь в одном с тобой не виноваты, что слишком быстро лето пронеслось. Я посреди деревни на рассвете прощусь, целуя кончики ресниц. И пусть сплетут досужие соседи про нас еще одно из небылиц. И пусть сплетут досужие соседи про нас еще одно из небылиц. Нас разнесут по городам и весям стальные стрелы скорых поездов. И все, что было, осень занавесит тяжелой шторой сизых облаков. И все, что было, осень занавесит свинцовой шторой снежных облаков. Промчалось лето жаркое, шальное, ушло тепло со скошенных полей. И мы стоим, прощаемся с тобою у двух заветных старых тополей. И мы стоим, прощаемся с тобою у двух заветных старых тополей. Такая ностальгическая песня, но, наверное, все это помнят. Лучше помнится то, что было 20 лет, 30 лет назад, чем вчера, уже теперь. Он с хорошей помнится. Замечательные времена. Про деревню Власево, там я живу уже много лет. Практически все время там. Там, где предки у меня на кладбище лежат, где начинается мороз, кончается мороз, где можно заходить в любой дом. Ночью, когда приезжаешь, замерзаешь, что напоить, накормить, пойти ложить, водки нальют, согреют, обогреют. Но все свои, как и раньше, жили на Руси. Я сейчас хожу по Бабельманской улице, никого не знаю здесь. Хотя живу здесь с 77-го года, вот, в метро Таганской. Ходят толпы людей, на людей не похожи, как у Высоцкого, незнакомых, чужих. Спрашиваешь, как пройти Катковский переулок, там укромный? Раньше любая бабка в киоске где-то водой торгует. Она тебе скажет, как пройти, еще за руку отведет мне локоть туда, потом туда, потом туда, вот туда, потом видишь вот это, и вот там это будет. Сейчас никто не знает, все бегают, очумело таких, смотрят, толпами. С утра до ночи. Коренные жители не видно, они прячутся, быстро отработали по домам, не появляются. Не коренные, это москвичи. Нет, ну коренных москвичей, я знаю, нет, там это не москвичи, а коренных. Нет, коренных москвичей, те, кто дожил до 40 лет во втором поколении, по статистике, в Москве всего 250 тысяч. С детьми считают, вот кто во втором поколении, со стариками, кто во втором поколении уже дожил до 40 лет. Ну, есть, их не видно, потому что старики, если как я, разбежались оттуда, сдали город, делайте с ним что хотите, там давно нет, и уехали туда, где еще Русью пахнет. Туда, где Русью еще пахнет, да. Где бандит, он бандит, вор, так вор он такой, без этого, не в депутатским мандатом и не с этим. И не бывший зэк, который пробовался наверх, губернатор там какой-то, чего. Там нормальный конфликт, всех знаю с детства, кто сколько пил, кто спился, кто такой никакой. Кто сел, тот сидел по 5 раз, все. Но по-честному же все. Никому не морочу голову. Конкретно убил, конкретно украл, конкретно напился, конкретно сел. По-честному можно, можно сесть. Сесть-то по-честному, не по-честному, не важно. Вот совершить чего-то по-честному можно.
Не выдумывай ничего, не придумывай про свое боевое прошлое, там, отец юрист, или там морская пехота, или, не знаю, разведчик всех времен народа. Там. Не надо ничего. Кстати, вот смотри, наблюдаю издалека, вот как бы в контрразведчик, вот, и 20 лет, я 15 лет в контрразведке поработал. Тем, чем сейчас занимается Министерство внутренних дел, организм, полицаи, да, наш, занималась контрразведкой, убийствами, заказными терактами, кстати, меньше в тот раз, чем все. Все то же самое, система не меняется, годами наработанная. Люди другие просто пришли. Вот и все. Ну и сейчас происходит, за что нас обвиняли, к тем никакого отношения не имеет. Как представь, не украл мешок комбикора, получил 5 лет. Украл 5 миллионов долларов у страны там или у района, ничего. Да это мелочь, 5 миллионов. Тут вон этот сбежал Кузнецов, министр финансов Московской области, украл 40 миллиардов, украл. И ничего. И все еще, где он? Где он? А он в Америке. Где Интерпол? Где Березовский? Где это Еленин? А он в Лондоне проезжает куда хочет. Вот, понимаете, по закону украсть пятак получишь больше. И тот прав, кого больше прав. Обид до соплей, и руки чешутся по автомату. Вот честное слово. А уже теперь заманят обратно туда. Сейчас американцы барак номер один обещал, а мы барак номер два, то своих загоним после них, как они уйдут. Не надо это ничего. Не наше это дело. Нигде. Мы уже всех сдали и прятали, кого только могли. Чего ж, куда еще? Осталось нас туда и послать. В Ливию там. Русбат, в Афганистан Русбат, в Ирак Русбат, первый раз, значит, туда. А барак пойдет на второй срок, то он выполнил свое обещание. Он вывел войска из Афганистана. Зато разбомбил Ливию. Да бог бы с ними, с пиндосами, они там... Черт бы с ними тут. В конце концов, сами во всем виноваты. Че нам теперь на зеркало пенять, коли рожа кривая? Давайте лучше про любовь, ну, политику там, чертовой матери. Она вам надоест до декабря, еще началась неделю назад, и теперь телевизор хоть не включай. Окна 2 по сравнению с этими дебатами. Ребята, это действительно реалити-шоу. А не мистическая вот эта вот фигня. И там приличнее они общаются, вот, хоть и не парламент, и лексика, вот как они там звучат. Заглянул, я смотрю, там рукня идет сплошная. Там. Друг другу посылают, кого-то хотят, какие-то Кати, какие-то Юлии, черт его. Бог вот на чего. Ну, не важно, депутаты будут хуже. Забавнее, посмотрите за дебатами, посмотрите внимательно. Вот про любовь. Опять же про власть его. Опять же про осень. Потому что вот в конце лет кончается. У нас, может, праздник был там много лет. Друг мой устраивал, заслуженный учитель России. Советский Союз он был тогда, Валя Терентьев. Он писал замечательные песни. Его все любили, и от детей до стариков, и он там... Каждый созывал полдеревни, созывал на всю ночь, гуляли, костры жгли у него на участке, от прощания было с летом. Он... Вот и все, и костры погашены возле власиских тополей. Скрылось лето за дальней пашней, и не жалей его, не жалей. Ведь все, что было, уже вчерашнее, и до будущей весны отшумели романы. Отоснились шальные сны. Ах, осенние расставания. И как водится с давних пор, несерьезные обещания и безответственный уговор. Остается молчать и хмуриться, сигаретой в сердцах дымя. А вон она проходит по улице, и не твоя уже, и не моя. Облака потихоньку катятся, собираются вдалеке. День другой и дожди заладятся, и туманы сползут к реке. И неспешно собравшись силами, меж осенних холодных звезд загрунтует зима белилами этот власиевский пестрый холст. И неспешно собравшись силами, меж осенних холодных звезд загрунтует зима белилами этот власиевский пестрый холст. Спасибо. Если вы не возражаете, я дальше лирику продолжу, вот это вот, да? А у меня нет больше шансов нигде ее петь. На концертах, на всех, на больших фестивалях требует то, что батальон разведки, все, которые мне уже слава надоели. Вот. Да. Нет. Ну, просто
Не я их запел, эти песни. Запели те, кто их поет, от чего-то как хотят, так и поют. Под фанеру, без фанеры, в общем, бог с ним, не. Война. Вот такая песня. Значит, давным-давно история такая. Было лет мне 15-14, попался мне в руки журнал «Смена». И там было стихотворение, я не помню чье. Там в конце кроссворды, рядом стихи какие-то. Неизвестный малолетний поэт писал. Там было такое стихотворение, там, помню, было первые две строчки. «Девочка с травинкою в губах». Вот такая. Ты опять в губах травинку вертишь, голову чуть на бок наклоняешь, ты опять не веришь и не веришь, смотришь без улыбки на меня. Я всю жизнь вот эти строчки запомнил, больше ничего. И лет 15-20 назад, как помнил, не помнил, а вот эти помнил, а дальше дописал сам. Опять же про власть его, про эту замечательную деревню. Ну вот такая песня. И про меня, и про других там, да и про всех, про нас, в общем. Ты опять в губах травинку вертишь, голову чуть на бок наклоня, ты опять мне веришь и не веришь, смотришь без улыбки на меня. Ты опять мне веришь и не веришь, смотришь без улыбки на меня. Под веселый шорох листопада ничего не надо говорить, вечерит и прощаться надо, и никто не хочет уходить. Вечереет, и прощаться надо, и никто не хочет уходить. Пусть не наш с тобою этот вечер, слышишь, мать зовет тебя с крыльца, только ждать до следующей встречи не желают руки и сердца. Только ждать до следующей встречи не желают руки и сердца. Но не надо хмуриться ей Богу, прятать глаз отчаянную грусть, чем тебе поклясться недотрога в том, что обязательно вернусь. Чем тебе поклясться недотрога в том, что обязательно вернусь. И не в силах я найти ответа, как собрать нечаянно могли все тепло ромашкового лета, плечи загорелые твои. Все тепло ромашкового лета, плечи загорелые твои. Листопад легко по роще бродит, прячет лето в пестрых теремах, узкою тропинкою уходит девочка с травинкою в губах. Узкою тропинкою уходит девочка с травинкою в губах. Что такое? Все про власть уж, простите. Но оно того стоит, до деревни. Кто хоть раз видел, тот там и поселится когда-нибудь. Так или иначе. Эта песня старая совсем. Там действительно, когда-то вот от деревни до деревни перекат, река текла, и можно было на лодке прям вечером уплыть туда. А утро противотечения, значит, последние силы напрягает возвращаться домой с зорькой. Но там жили люди, они любили друг друга, женились, там романы завязывались. На лодках, на реке, кажется, связующим звеном было. Ну, вот такая. Река называется Осета. Осетра там никто никогда не видел. Наверное, когда-то был, она была судоходной, давно-давно там баржи таскали. Но насчет Осетра, вот как-то не знаю. Но не зовут Осета. Главное, едешь на Зарась, там написано еще Осетри. Там маленькая, она вот такая вышла. Едешь на Дон, там, оказывается, на Непряду впадает туда, тоже Осетр приезжаешь. Куда ни ткнись, везде Осетр. Он очень длинный, длиннее Волги. И там все перекаты, горы, все, что хочешь. Вот такая песня. Вдоль Осетра реки, тростники, камыши. И куда ни смотри, ни души, ни души. Поворот, поворот. Перекат, перекат, от ворот до ворот, все река да река. Поворот, поворот, перекат, перекат, от ворот до ворот,
все река, да река, все куда-то течет, сквозь года, сквозь века, за собою зовет в облака, в облака, поворот, поворот, перекат, перекат, от ворот до ворот, все река. А на том берегу, где поля над рекой, я когда-то в стогу целовался с тобой, и кружил небосвод, и шумела река, поворот, поворот, перекат, перекат, и кружил небосвод, и шумела река, поворот, поворот, перекат. Перекат. Сколько минуло весен с далекой поры, когда жгли мы на плесе ночные костры, так зачем же зовет на свидание река, поворот, поворот, перекат, перекат. Так кому же зовет на свидание река, поворот, поворот, перекат. Вдоль осетра реки, тростники, камыши, и куда ни смотри, ни души, ни души, поворот, поворот, перекат, перекат, до знакомых ворот, все река да река, поворот, поворот, перекат, перекат, до знакомых. Все река.